Привет, с вами Мимику. Я продолжаю проходить Сома. Мы, собственно, находимся в странной ситуации, когда мы, во-первых, ни хрена не видим, потому что, ну, скажем прямо, меня немножко побили в предыдущем выпуске. Но мы успели вырваться, во всяком случае, с того места неприятного. Вот. Так, не открывается дверь, понятно. В общем, надо идти дальше, смотреть. Надеюсь, здесь не будет больше врагов. Потому что хватит с меня этого. Хотя, по идее, будет хуже. А чё сразу так? Или чё? Или это конец игры? Эй! Эй! А чё так долго чёрный экран? Видимо, так и должно было быть. Тихо. Тихо. Все хорошо. Что? Все закончилось. Расслабься. Эшли? Что ты тут делаешь? Мы с тобой вместе, как и все пары. Но мы же не... Я тебе не нужна? Нужна, конечно, но что случилось? Мы влюбились. Так, со зрением стало еще все хуже. У нас теперь тут еще и пожар. Это меня попытались сюда присоединить. Что видим какие-то райские сны, пока привязаны к этой херне. Вот к этой. Да, меня попыталось сюда всосать. Дверь эта закрыта. О, зато закрыта эта дверь. А можно похилиться, пожалуйста? Вот, может быть, да, они видят какие-то сны такие хорошие. Просто не так просто голова поехала не в ту сторону. Сейчас, погодите, тогда я посмотрю, что тут находится внутри. Скорее всего, мы же так просто не уедем. Ой. Блин, а я не могу взять бейджик, почитать, кто это. Не работает, да, пока? Ну да, значит, нам туда и надо было идти. Чё, надо ползать? Жесть. Прячусь. Проходи уже. А, ну сюда он, по идее, ему и незачем. Угу. Здесь прохода нет никакого. Свет включили. Что за дичь?
Я вроде избежала встречи с ним. Могу похилиться. Наконец-то. Все-таки мне нужен хил. Так, ладно. Он сюда решил прибежать? Зачем? Он услышал наш стон? Уходи. Так, нет тут ничего, да? Какие громкие тут двери. Ну, я далеко еще не все изучила, это понятное дело. Но у меня сохранение хотя бы. Ладно. У меня есть зрение, у меня есть сохранение. Где-то там сзади ходит. Здесь сейчас пойдет. Да. Открыла дверь, тут пошел. Близко, конечно, он находится. Отворачиваемся. Нас здесь нет. Нас здесь нет. Нас здесь нет. Фух. Какой ты душный. Он на свет теперь реагирует? Отворачиваемся. Или звук фонарика считается за... Ну вот... Щелчок при включении считается за шум. Если так, то это малость... Обидно даже. Так, он сюда пойдет. Пипец, разная хрень под ногами валяется. Которая реально мешается. А это что? А что там в конце? Я не думаю, что здесь собирательства будет много на этих уровнях, потому что, ну... В таких условиях это достаточно тяжело. Хотя, может быть, и наоборот будет больше. Так, нам здесь немножко плохонько.
отсюда придет, что ли? Да ты задолбал. Где он идет, справа или слева, я не вижу. Обратно туда пошел? Нет. Ну блин! Свали уже куда-нибудь. Ну, крутится на одном месте. Всякое, конечно, на полу валяется. Отказ питания зарядить служебный аккумулятор. Ух. Так, нас здесь нет. Нас здесь нет. Нас здесь нет. Да твою мать. Да, это было неаккуратненько. Прям мягко говоря. Ладно, он здесь идет. Подождем, пока он пройдет направо. Нас здесь нет. Нет. Иди дальше. Хоть персонаж бы еще при этом не стонал от боли. Работает. Так, что-то локация подгрузилась, видимо. Пошел проверять. Это время для нас, чтобы свалить оттуда. Дверь повышенной защиты открыта.
Фух. Я ни хрена не вижу в таком освещении. А есть здесь хил? Если есть, то будет здорово. Я ради этого и бегаю, если что. Но нет, внизу хила нет. Так. Как высоко. Тихо. Не рассчитала немножко. Ну, потому что в глазах вот это вот туда-сюда, потому что хпшка маловато. Не самое комфортное для меня состояние. Всегда очень хочется подхилиться, потому что укачивать ничего немножко начинает. Хотя, на самом деле, в этой игре это прям минимально. То есть вот сейчас, да, когда вот такое зрение, есть такое. А в целом, ощущения, ну, более-менее нормальные. Что хорошо. Тихо. Так и сдохнуть недалеко. Но он же еще и шатается сам по себе больше. А если упаду, то, блин, далеко вниз. Больно. И что, чего мы этим добились? Может, надо было вот так? А что вы хотите? То есть, типа, это вот высокая точка, куда мы добрались-то. А что дальше-то хотите? Куда, чтобы я пошла? Или я все-таки могу на нее забраться? Ой, лол. Можно. Еще интереснее, а нахрена это все? Моя не понимать. Еще то, что я не вижу ничего вдали, ни хрена не способствует. А, подождите, а может быть, стоп. Че, серьезно?
Серьезно, да? Ладно, я запомню эту игру. Не, на самом деле это прикольно, когда левел-дизайн делает из тебя идиота. Вот. Когда тебе даже и не надо было забираться так далеко, так высоко. Ну, блин. Пожалуйста, хилочка. Наконец-то нормальное зрение. Может быть, и там с нормальным зрением бы я бы справилась лучше. И быстрее. Ой. О май. Выбраться с этой станции — это, конечно, тот еще квест. Жесть какая. А здесь кто-то умерший. Разрушенные мечты достижения. Арт, нет. Что случилось? Что она сделала? Скорее, надо ее оттуда вытащить, твою мать. Харт, запас кислорода взорвала. Запечатал тоннель. Очень не хотел, чтобы Акер шел за нами на Омикрон. О, черт, она же ранена. У нее костюм протекает. Надо доставить ее на Омикрон. Черт, плохо дело, очень плохо. Твою мать, нет. В итоге они ее с собой не смогли взять, потому что она умерла. Жесть, но мы выбрались со станции, ребят. Мы выбрались со станции, наконец-то. Там было жутко. Не то чтобы, знаете, страшно, но очень дискомфортно. Вот они умеют так делать, чтобы тебе было играть тупо некомфортно. Не, при этом, знаете, этот комфорт не как в последнем, во втором Layers of Fear, например. Меня там вообще бесили безумно эти монстрики и... Ну, мне не зашла игра совершенно. Вот дополнение к... Слушайте, дополнение было к первой части. Вот оно было прям классное. Вот, и первая половина первой части. А здесь вот тебя заставляют именно постоянно нервничать. Потому что ты не чувствуешь себя защищенным просто нигде. Но при этом не так сложно от этого всего удирать и убегать. Поэтому... как бы баланс соблюден. Что ж, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, обязательно пообщаемся об этой игре. Рассказывайте, как сильно вы тупили на этой станции. Надеюсь, что не так сильно, как я. И до встречи. Всем пока-пока.